Красота. Утро. Владивосток. Суханово, фуникулер, там выше видовая площадка была, ну сейчас там из застройки все закрыто. Посмотрите, какая красота, красота. Владивосток проснулся. Машины шумят. Это у нас Суханово. Там остановка Суханово. А вот сквер имени Суханова. Вот здесь вот он находится. Вот. А там сопка Алексеевская. Если сквер имени Суханова. Елочка еще стоит. Новогодняя. Отель Лотте. Там магазин Изумруд, Владивостокский Биг Бен в той стороне. Там старый дворик ГУМа находится. Ну, всякие кафешки там внутри. Парикмахерская есть. Какие-то магазинчики небольшие. Большой ГУМ.
и центральная площадь города Владивостока. Кинотеатр Уссури, старейший кинотеатр города. А здесь вот старый дворик ГУМа. Людей еще нет. Не знаю, наверное, будут проводиться какие-то работы на катке, потому что столько снега, так скажем, на поверхности льда. Ну вот, от коньков. Вот. Вот она, наша площадь. Ой-ой-ой, как же хорошо, когда солнце вышло. Сейчас потеплеет. Никого нет.
театр молодежи вот в этом здании. Филармония. Там впереди здание музея Арсеньева. Серая лошадь. Вот он, музей Арсеньева. И Владивостокский Арбат. Здесь находится еще Влад Книга, магазин книжный. О, интересный рисунок. Маяк. Вот в этой арке есть магазинчик, называется «Сундук». Там можно приобрести, вот он, магазинчик сразу. В этом магазинчике можно приобрести всякие интересные штуки на тему «Владивосток». Вот. Так что, если приедете, заходите в магазин «Сундук». А это наш Владивостокский Арбат. Здесь всякие кафешки находятся. В теплое время года здесь выступают уличные музыканты. Фонтаны обычно закрывают на зиму. Ну, тут всякие разные магазины здесь находятся. Дует ветерок. Ну так, морозно. Теперь
впереди набережная спортивной гавани, или спортивная набережная, кому как нравится. Что? Машин мало. Там стадион «Динамо». Каток на стадионе работает. Там выше кинотеатр «Океан». Люди с собачками гуляют. Местные жители, наверное. Зеленый. Пойдем. Ресторан грузинской кухни «Супра». Фонтан на набережной. Там амфитеатр выше. Проходят разные мероприятия. Кинотеатр «Океан». Там дальше гостиница где-то есть. Там рыбачки сидят. Там дальше водная станция ТОВ. Сегодня в городе будет проходить народная рыбалка. Ну, в общем, какие-то там соревнования по лову рыбы. Здесь такой вот небольшой парк развлечений. Чертово колесо, там всякие еще карусели, наверное, качели. Дама с собачкой гуляет.
Впереди пляж Юбилейный. Раньше этот пляж, ну, так не назывался, кажется. Но, короче, пляж был платный. Там всякие лежаки стояли. Баржа. Что-то там ремонтируют ее. Тут всякий стритфуд, кафешки всякие разные здесь находятся. Купола такие поставили. Рыбачки идут вон с ящиками впереди. Участники народной рыбалки. Звучит веселая музыка. Складированы катамараны. Ну вот он. Пляж Юбилейный. Деревянные помосты здесь. Лежаки. Вон. Здесь Федерация зимнего плавания «Касатка» ДВ находится. Вот здесь. А там моржи эти купаются. Как водичка? Ну все уже. Надо переходить на открытую воду. Уже вонючая. Вонючая. А вонючая из-за чего? Она лёза уже пошла. Оттаивает. Оттаивает. Дело пусто. Угу. Ну, спортсмены пошли. Двое. Чемпионы мира. Чемпионы мира, говорят вот эти парни. По плаванию в холодной воде. Ладно, не будем мешать. Попали в историю. Здесь на пляже Юбилейном вот такая вот спортивная площадка с турниками и почему-то куча снега. Ну и пляж Юбилейный, уличная еда, популярная чифанька. Люди в каких-то оранжевых жилетках стоят. Наверное, спасатели какие-нибудь. Пирс номер 7. Вот здесь вот проходит
праздник, ну, когда проходит. День ВМФ обычно вот на этом месте проходит. Судьи стоят в оранжевых жилетках, это судьи.